Наибольшая интенсивность пешеходного потока приходится на утренний час с половины восьмого до половины девятого. В это время дети идут в школы, а взрослые – на работу. Одновременно растет и автомобильный трафик. Пешеходы и автомобилисты спешат по своим делам и встречаются именно на пешеходных переходах. Увы, встречи эти иногда приводят к печальным последствиям. Попросил бы водителей в ночное время, в дневное время, когда интенсивность движения пешеходов, детей в школу, в садики с родителями, которые увеличиваются у нас в нашем районе, это на улице Недельна, Чикина, улица маршала Жукова, соблюдайте правила дорожного движения, скоростного особенно, когда подъезжаете к таким пешеходным переходам, которые обозначены у нас дорожным знаком, видите, да, на этом участке дороги, он яркий, предупреждает, мы стараемся здесь тоже находиться, всегда профилактируем, беседуем с вами. К сожалению, среди пострадавших на территории Одинцовского района пешеходов трое несовершеннолетние. Поэтому основное внимание сотрудники ОГИБДД уделяют именно детям. Очевидно, в таком нежном возрасте встреча лицом к лицу с настоящим госавтоинспектором надолго врезается в память ребенка и формирует четкую установку правильного поведения на дороге. Ну а тем, кто постарше и уже умеет читать, вручаются специальные брошюры. И самим вспомнить, и детям своим показать. Уважаемые родители, с детства приучайте своих детей соблюдать правила дорожного движения и сами не нарушайте их. Будьте примером для своих детей, ведь никто, кроме вас, не обучит их этому. Также водителям и пешеходам стоит знать, что в период с 21 марта по 8 апреля на территории Московской области проходит комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».